Меня замучило просто. Дай поспать. Вот. И сам сплю. Мне кажется, я как обычно. Вот здесь вот телефон у меня пролежит новый. Еще месяца 3-4 точно. Так, в этот раз, ну, Дима меня слишком много поднимает поддержку, в этот раз я поднимаю. Мне очень тяжело. Да, ему очень тяжело, я очень жирная. Дим, давай ножку закидываем. Давай, раз. Вот так? Не так, нет. А как? Сюда, под ногу, да. Это я тогда... И поехали. Слабачка! Все, разошлись! Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Road trip. Good. Perfect. Okay. So next one. Sightseeing a city. That's right. Wonderful. Okay. Продолжаем увлеченно заниматься английским языком. Школа называется All Right. Очень прикольная школа, адаптированная на любой возраст для деток. Очень классно они там занимаются. И ты можешь задать им любой вопрос. И каждый урок проходит в игровой форме, тем самым завлекая деток. Не боится абсолютно. Ей, ну, она с большим интересом бежит к экрану, потому что она знает, что этот урок будет в любом случае в игровой форме. И это самое прикольное в этом занятии. Кстати, учителя можно выбрать самому или вместе с ребенком. На сайте есть видеовизитки. По промокоду Бородуля 1500 скидка 1500 рублей при первой оплате. Как вы успели заметить, я фанат клетчатых рубашек. Конкретно это вам понравилась вот фирма.
Короче, люди поняли, что если я не даю никакого интервью на тему своего развода, значит, они это интервью устроят мне вопросник. Мои дорогие, вы не самые хитрые на этой планете, да, и задавая мне такие очень личные вопросы. Задавая такие личные вопросы, вы думаете, что я такая, хорошо, на интервью не пошла, но с помощью сейчас таких вот вопросов я вам все тут расскажу. Ну, пожалуйста. Камон, ну. Все хорошо. Ну, хватит уже под кожей лезть так нагло. Просто, на мой взгляд, я и так достаточно откровенна, но тут прям, знаете, уже и в бухгалтерию полезли, и в сейф залезли. И с кем общаюсь, и с кем не общаюсь. Ну, это как-то и дети, с кем общаются, с кем не общаются. С кем общаются, не общаются дети, вы все так прекрасно видите. Никаких препятствий с моей стороны нету. Зачем вам, ну, я не понимаю просто, зачем вам такое личное? Вот для чего? Для собственного архива какого-то или для чего? Потому что зачастую мерю людей по себе, и мне кажется, что если я такая, и вот я такая в этих вопросах принципиальная, то и все такие. Но это не так. Вообще, на самом деле, достойный и недостойный. Я же, в принципе, финансово сильно независимый человек, и найти себе мужчину, который будет на равных достаточно тяжело, а садиться дома и воспитывать детей – я не хочу. Я хочу работать и делать то, что... Я просто, в принципе, уже изучила мужчин. И сейчас пройти мой фейс-контроль уже достаточно сложно. Как говорится, пиздёж чую издалека. Поэтому тут такой момент. Поэтому сейчас просто кайфую от того, что происходит. Мне это сильно нравится, моя жизнь. Я все время боялась свободы. Мне казалось, что, боже, свобода, это так страшно, оказаться одной, это так страшно. Блин, это сейчас я понимаю. На самом деле, я всегда умею играть по правилам, если эти правила обозначаются. И, в общем-то, нормально в них существовать. Просто в этих правилах должны оба быть честны. Просто надо не торопиться выдавать меня замуж и скорее обозначать меня в каких-то отношениях. Все, что сейчас происходит, это просто, ну, что-то невероятное, если честно. Я впервые так гармонично сама с собой и с тем... Я, кстати, неплохо отношусь к венерам, если они хорошо сделаны. Но у меня нет венер, у меня свои натуральные зубы. И, кстати, те, кто пишет, что я носила брекеты, покажите хоть одну фотографию. Или как я могла за 17 лет это скрыть? Насколько я знаю, брекеты носятся год, а может быть и больше. Как можно скрыть брекеты во рту, каждый день находясь в эфире? Вот это, конечно, очень классная информация, когда такое пишут, что у меня брекеты. И еще. По поводу губ. Кто продолжает рассказывать о том и сравнивать мои старые фотографии и фотографии сейчас, а я как бы сильно изменилась с тех пор. Да, и лицо тоже похудело, если вы не заметили. А мое предложение остается в силе, но пухлые губы у меня были с детства. Мое предложение остается в силе, кто готов со мной пойти к косметологу и поспорить на лям, пусть они мне сделают УЗИ губ и скажут, какая гиалуронка или что там у меня подколото. Я вот пока таких не нашла. Мне периодически скидывают каких-то косметологов, которые делают разбор на меня и рассказывают о том, что я вру про губы. А давайте вот, если вы косметологи такие смелые, делаете такие разбор, и делаете такой разбор, решитесь со мной пойти к УЗИсту вместе? Как считаете? На миллион? Спорим? Я думаю, что у каждой девочки есть такая фотография. А у меня таких фотографий, так как я публичный человек в годы, маленькая тележка, конечно, из кучи стрёмных фотографий, которых я ненавижу. Но нужно уметь принимать себя такими, какими мы были. Эти дурацкие макияжи, которые были раньше, ну, куда от этого деться? И одежда эта стрёмная. Ну, мода такая была, что теперь сделать? Конечно, сейчас я смотрю на эту бескусть и понимаю, что какая я молодец, что я... Самое хорошее, когда у человека происходит прогресс, а не регресс. Вот это важно. Есть фотографии в молодости, ты на себя смотришь, думаешь, какая красивая, а сейчас урод уродом. Вот это плохо.
Или наоборот, была худая, стала толстой сильно. А когда то... Самое классное, это когда прогресс, а не регресс. Все. Вот сейчас ты видишь себе свое отражение в зеркале, тебе нравится. Ну, не каждый день, конечно, бывает, что мне не сильно нравится, как я выгляжу. Но зато мне очень нравится сейчас мой стиль, мой мейк. Так быстро убежали вперед. А чего мама не... Мама, не ждете? Эй, вы! Чего мама не ждете? Ну что, ты довольна уже, все? Настроение поменялось? Ну где человек успех? Че? Как глотки? Нету. Как глотки забыли надеть? Ладно, все равно в машине человек успех. Все нормально, хорошо, жизнь прекрасна. Забрали ребенка. Я даже азбуку хочу, чтобы кое-что посмотреть. А что ты хочешь посмотреть? Кое-что. Что это что кое-что? Подарочек? А что? Чего, говори. Если ты мне попросила школу подарков, то надо заплатить. Заплатить? Кому, тебе? Да. А, серьезно? И сколько я тебе должна заплатить? Маруся, откуда в ней это? Вот ты можешь мне объяснить, пожалуйста? Очки? Нет, не очки. Заплатить? Да. Это не я, честно. Я знаю, что это не ты, прекрасно понимаю. Это вообще не ты, даже ни разу. Тебе это откуда? А? Понторез ходячий. Ну, подарком, например. Что значит, мама за тобой сегодня приехала в садик, забрала. Ну, пропустила ты школу подарков один день. Такое бывает. Почему я должна тебе за это платить? Тебе не стыдно вообще, нет? Давай, плати. Сейчас я тебе заплачу люлями. Возьмешь? А? Надо подарок. Серьезно? Со мной это не прокатит тебе. Все, идем, едем. Мы приехали. Как ты так за секунду уснула, Тея? Спишь? О, кстати, сегодня куча кукол Лол привезут к нам домой. Куда? Машину целую. Улыбается. А вон она и приехала, эта машина уже, кстати. Улыбается. Улыбается, да? Да? Ну-ка. Привет. Давай, Марусь, уйдем, а ты Юшку в машине оставим спать, ладно? Давай. Все, закрывай дверь, тогда пошли. Я тебя на актерское отдам. Как ты так меня обманула, я говорила, вообще, да, не так натурально? Я... Тебе не стыдно вообще, нет? Она улыбалась. Я просто мама едет. Ты, мне уже страшно с тобой, если честно, каждый день.
Оставь кисточку в покое. Цитан. Цитан, тебе не стыдно? А? Спасибо, мне как раз выкинуть надо палочку. Открывай. Открывай, спасибо большое, спасибо. Спасибо, Цитан. Спасибо. Вот. Бесплатный рабочий труд, да? Спасибо большое, спасибо. Идите, идите, гуляйте. Ты чё, бег? Я так тут на всех ругаю, что собаки лают, и ты еще меня подводишь. Давай иди. Не дрейф, смотри, как красиво, осень золотая. Как красиво в саду у нас, да? Иди гуляй. Давай прыгай, господи. Че ты как дедушка-то? Давай иди прыгай. О-о-о, парень, ты меня подводишь. Пошел гуляй. Иди гуляй с Сережей. Нет? Че ты думаешь? Или иди к Цветану, давай. Иди к Цветану. Ну? Иди к Цветану. Давай. На распутье не понимает, куда мы пойти, да? Иди, Сережа с тобой пришел гулять, иди. Пойдешь? Тогда иди к Цветану. Все, Сережа не хочет войти. Иди тогда. Давай, прыгай. Ну, давай. 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 Ну. Блин, кусты. Отстань от него. Сейчас будем расставлять ароматы по дому.
красота моя любимая приехала. Ой, как хорошо-то. Так, вот уже распаковала. Сейчас буду ставить. Очень мне нравится. Аромат называется Беллини, девочки. Вот. А здесь, смотрите, коктейль шампанское и персик. Очень, кстати, уместен в этот период. Роскошный, такой легкий, игристый, цветочно-фруктовый аромат. И цвет какой красивый, невероятный. Марусь, доставай палочки, давай. Лучше этих запахов я ничего не встречала. Правда, это самый вкусный запах. Красота. Смотрится всегда в интерьере красиво. Так, это для спальни. Ну, объем чуть поменьше, сами понимаете, да? В спальне не надо большие, чтобы... Это пиончик мой любимый, вот так вот выглядит. До спальни вполне даже очень хороший размер. Не надо больше, чтобы тоже вот запахов сильных не было. Хотя не очень приятно. Мне пишет Ксюша, расскажи секрет своего похудения. Как ты похудела? Во-первых, на весах плюс 2 кг. Тут такой момент. Поэтому я не знаю вообще, похудела ли я или не похудела. Но как бы что есть, то есть. 2 кг точно в плюсе. Ножки стали явно побольше. Вроде даже попку тоже. Я не знаю. Я на весах 49. И это ужас. Может, потому что такие завтраки у меня, поэтому я поправляюсь. Да, Люба? Все, конечно, здорово. Просто если я сейчас покажу крем этот, то потом я его фиг куплю еще. Это 100%. Тем не менее. Вот так он выглядит. Скриньте, потому что это реально находка. Смотрите, он для жирной кожи, у меня она не жирная, но как дневное средство он мне просто идеально подходит. Он полностью матирует лицо, и в течение дня кожа не становится жирной, что очень важно. Лицо после него очень такое бархатное, матовое. Я, кстати, показывала своего косметологу, она сказала, что состав такой рабочий. То есть там все, что нужно, и не пересушивает. Короче, это средство для любителей матовой кожи. Я люблю очень. Ну, а если у вас еще и жирная кожа, девчонки, тогда вам вдвойне повезло, правда. Пользуйтесь с удовольствием. Вчера так всех удивила история про вино. Тогда сегодня буду продолжать вам рассказывать, что я могу, а что не могу. Блин, это ветер хреначит, как всегда, ничего не слышно. Короче, я обожаю кофе. И, к сожалению, не могу часто себе его позволить, потому что у меня сразу, как ни странно, падает давление. Вообще, обычно от кофе повышается, у меня, наоборот, я себя плохо чувствую. Поэтому стараюсь пить декаф. Но если декафа нет, тогда говорю, можно мне немножко кофе и больше молока. Как сейчас, например. Но потом все равно фигово. Еще на ночь раньше я пила чай всегда с лимончиком, обожала. Если сейчас пью чай, голоса среди молчания.
Сейчас расстегнуться. И я думаю, что у него все для этого есть. Дим, ты молодец. Понимаете, у кого-то плюс 2, а у кого-то минус сколько? Минус 1. Посмотрите на ее просак вообще. Я не хочу с тобой больше рядом на одном танцполе быть. Я сама в шоке. У меня такого не было никогда. Минус 2 у тебя уже? Не, ну вообще за весь ледниковый минус 5. Она ближе. Ты нормальный человек? Нет, кошмар. Только мы все жрем. Ну и дальше понимаешь? Поехали. Нет, я дальше. Кто ходячий человек успех, это я. Я сегодня решила сходить в солярий, позагорать. Вот так. Ребята, мне вчера вопросники написали, что я не появляюсь на доме 2, и их сильно возмущала эта ситуация. Я честно могу сказать, что с этим графиком не то чтобы на доме 2. Хорошо, что я хоть дома появляюсь с ночевками. Ну все, сегодня приехала на Лобное, поэтому ровно через неделю можете меня лицезреть. Я на Лобном. Сейчас всем дам люлей. Детка, помоги мне, мое сердце гибнет, зависаю в дыме, словно на обрыве, замерзает сердце, получил внутри удар, ко мне падал гид. Зрение очень смелая девушка. Она вышла. Я спать хотел. Только я одна хочу играть с Марусей. Ты это уже обнамекалась маме, чтобы она сказала, чтобы я с тобой поиграла.
Вообще-то ты еще ничего не расставила. Расставила. Ну все, тест сделали на ковид, все отрицательное, да? Угу. Это... Петя, это... Мар, что ты там кашеваришь? Что кашеваришь? Что сделала? Омлет? Умничка какая, а? Она танцует под техно. Посылаю свой сигнал. Даже лет 20 лет. Ведь я залип, хочу видеть рассвет. Твои глаза как под... На мечке в самурай. Если найдешь, то забирай. То утомнуться, но ты снова таешь. Все не будет как прежде. Уже никто нас не держит. Я лечу по передам. Я лечу по берегам, твой взгляд надежды. А ты танцуешь под техно. Посылай все зерна. Мы один, но нам тесно. Я буду целым, а ты половиной. Поверь, не хотела по подлому спину, а зря. Ты столько не знаешь, прости. Не будем друзьями. Так ненавидеть на самом деле нельзя. Ты выйдешь с укором, а я обезличу глаза, я обезличу тебя. Ребят, спасибо всем огромное. Я сейчас удалю последний пост, потому что сбор закрыт. Мы вообще за утро закрыли сбор, и надеюсь, что все будет хорошо, и мы спасли жизнь такой замечательной девочки. Спасибо вам огромное, моя мощнейшая аудитория, мои самые лучшие спасатели, вы просто какие-то невероятные, я просто восторгаюсь вами. Спасибо огромное, мы в очередной раз сделали доброе дело, спасибо. Подъем, переворот. А? Подъем. Ладно, ладно, стой. Вот так можно? Стой, стой. Вот так смотришь. А вот так могу. Блядь, я думаю, я как дом тебе по голове ударил. Нет? Нет. Ты такой, нет. Нет. Нет, нормально. Ты упал. Уходите, да? Это сгибай, это сгибай. Какое? Вот это. Да, прогибайся. Вот. А если так сделать? Нет. Ногу выводи ближе ко мне. Вот, какую? Вот эту? Ноге. Сюда. Вот эту? Сюда? Да, вот сюда. Да. Сейчас. Лена. Говоришь, а мне нужно время. Ноге. Вот эту? Да, вот сюда. Говоришь, а мне нужно время. Oh, wow.
I said magnifique. Ты куда, Усёль? Исёль, присёль, тебе не видно. Ты должна молчать, что ли? Прямо не выходя из бассейна. У меня много друзей, машина, личный шофер. Извини, старик, ко мне тут Челентано зашел. Господи, ну что за кашель, мой ломаясянчик. Вот так всегда в садик, да, ты уж ходим. Неделю ходим, потом две дома сидим. Сейчас ингаляцию сделаем. Ты что тут? Так, не дери мне этот массажный. Застрял головой, смотри. Цветан, как ты вылезешь-то? Однотонное постельное белье всегда выглядит очень красиво и дорого. И что мне нравится, когда одно одеяло, вместо пододеяльника, да, оно избавляет вас от хлопот при смене комплекта. Состав хлопок 100%. И, кстати, одеяло идет уже в демисезоне. Пойдет как на лето, так и на прохладное время года. Это тоже очень-очень удобно. Смотрите, какая расцветка красивая. Вот фирма. Ссылки я еще вам оставлю. Мне кажется, такого цвета с удовольствием надо выбирать. Вот именно однотонный. Мне, кстати, многие девочки присылают, покупают постельное белье, отмечают меня. Спасибо, мне очень приятно. Si tu n'existais pas.
Ну ладно, пусть будет много рыбы, да? Карин, ты что делаешь? Что ты вырезала? Что я делаю? А вот еще, честно. Красота. Красота. А где пирожочечки от моей подруннички красивой? Вот так вот. Приходишь ты с тренировок, а тут у тебя подружки. Вы посмотрите, а? Ну кто еще так встретит, а? Да, готовит, вообще помогает. Ну просто. Можно я один пирожок, а? Так, у меня тут дома что творится, вы не понимаете. Филиал кухня у нас просто. Проект кухня. Ой, все на нервах. Так, 5 номеров откатали, я скоро буду. Ждите, не могу сказать каким номером, но скоро. Давай, тетя Жан, текила пошла в расход. Надо и пожарников вызвать, Жануль, чтобы мы сразу понимали. Так, несем. А зажигалку? А что, прям здесь? Я боюсь, за стулья. Давай, я Жанка профессионал. Ну, подожди. Вспышки выключить. Дети, вы готовы? Хорошо, давайте. Давай. Жан, давай. Погнали. И тут, господи, сколько суеты ты сейчас было. Я думала, тут до потолка. Давай, будет. Давай, лей. Лобная. Рыбная. И звезды. Две светлых повести. И ребят, ну все, нервы. О, вы пиццу сделала, Марусенька, молодец, думаете. С Наташкой вместе? Все, садитесь к экранам, быстро, срочно, прямо сейчас. Пицца готова, давайте Ксюху смотреть. Сейчас я. Дим, ну давай, потом пиши, делись впечатлениями. А, как страшно. Молодец, горячий, открывай. Аккуратно, Марусь, только глаза береги. Да, вот я уже. Пошла жара. Жаник, бедный, уже часик вот это все. Вот и косточки приготовились. Тебя никто не кормит, мой сыночка, да? Это объемы просто. По сравнению с тобой это. И все такое яркое, Ксюша, у меня все просто черное. А это вот это новое. Блин, у меня все черное в гардеробной. У тебя розовое, какое-то зеленое просто. Ну все, сейчас я. Давай. Сидят. Я знаю, что ты бок о бок тренировался на протяжении. Через минуту, Алексей. По крайней мере, боль в победе у наших участников невероятная.
на льду. Телеведущим Сергей Бородина и олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев. Бородина Соловьев в самом низу турнирной таблицы. Но как они стараются? Все ожидания от партнера, они оправдались с двойной силой. Я никогда в жизни не стояла на коньках. Дима меня познакомил со льдом, и он все сделал для того, чтобы я его полюбила. Мне сейчас очень нравится кататься на льду. Сука. 5-8, 5-8, 5-7, 6-0, 5-8, средний балл 5,82. Сотых, общий балл 11,58. Мы Ксюшу увидели абсолютно в другом образе и более уверенно стоящим на ногах. А кто с тобой спорит? Спасибо, Татьяна Анатольевна. Да, 6-0. Знаешь, пробежали мурашки, для меня это вот, ну, показатель. Случилась вот эта химия, это было настолько душевно. А чего колбасу-то оставили? Кому слишком сладко будет колбаска закусить? Да, Юш, какие оценки ты им ставишь? 6-0, 6-0, 6-0. Какая добрая девочка. Давай, нет, давай. Мати, ну дай Маруське, подожди. Давай, Мар. Тетя Наташа, я следующая. Наскок сделай, легко. Опа, кинули. 6-0, 6-0. Так, девочки. Сегодня давай. Давай. А как? Вот встаешь, колесо. Представь, что это пол. Мои ноги это пол. Вот туда. Давай. Да. Это я. Thank you.
si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras. I am so obsessed, I want to jump down for me. Ну и давай уже хуйню не неси. Все. Неинтересно, короче. Только что драка была не на жизнь. Она мяч. Давайте. Смотри, смотри, сейчас. Он в отражении видит себя. Ага. Берт. Прекрасно. Ты хотя бы дома лаешь. А эти, блин, все лают на улице. Давай. На. Давай. Саша, о, вот, вот. За ним с вами. Гулять пойдешь, Цитан? Цитан. Гулять пойдешь? Пошли, Берт. Пойдем, я тебя выпущу. Пойдем, Бертуш. Пойдем. Берти. Куда ты пошел? Ты пошли. Цитан, пойдешь гулять? Пошли, я выпущу. Цитан, пошли. Головой только не ударяйтесь. Пойдем. Боже мой, какая грация. Так, идите. Ты пойдешь? А! Берт, да можно, Берт, Берт. Ну-ка иди сюда, Берт, иди ко мне, быстро, фу, Берт. Иди сюда ко мне, Берти. Ты посмотри на него, а. Сейчас получишь, люлей. Ну-ка, оставь его в покое. Смотри. Что за... Что это было сейчас, Берт? Я знаю, что ты хочешь помочь загнать. Не да не надо, пойдем. Пошли гулять, Берт, пойдем. Берт, ко мне. Пошли, пошли. Ну, все листики опали. Красота. Куда ты побежал? Так, а какая мне сказали, у нас какая-то сосна? Типа умерла. А какая, я не пойму. Мне, наверное... Берт, вроде все, смотри, хорошие. Зеленые. Такие какие. Классные такие, не видел. Я уже как этот, как его фамилия, который ходит растения нюхает, Панасенков. Я уже как Панасенков начинаю кайфовать. Блин, бонсайчик покажем. Что такая модная-то?
огонь. Смотри, а как... Вот он вообще ни в чем не меняется. Кто, герб или бонсай? Бонсай. Классный. Не, ну почему? Это сейчас так. Почему здесь солнце тоже жигало? Стан в кустах. Очень он клевый. Для тех, кто любит пообсуждать, почему только с фильтрами, без фильтров не снимаетесь, вот, пожалуйста, могу с удовольствием сняться без фильтра. Кто вчера сказал, что на Первом канале вы выглядите по-другому, ребят, очень многое зависит от того, как выставлен свет. Макияж должен быть определенный, да, потому что все-таки это лед и все дела. Поэтому как бы тут такой момент, знаете, еще раз говорю, мне буква Ю, я вообще кайфую от того, как я выгляжу, и я знаю, кто... любит вообще многое зависит от вот те, кто пишет, Ксения, вам, наверное, нужно больше потренироваться. Ребята, вот у вас сегодня воскресенье было охренительно. А у нас была тренировка с 4. Сколько сейчас времени? 9:30? Тренируйтесь больше, пожалуйста. Буду иметь в виду, хорошо. Спасибо большое за совет. Красивенько. Бля. Нормально. Я вроде мягик у тебя старался. Саша. Ты угадай, кого я сегодня видела опять. Знаете, молчит. Говори. Ну, кого-то обычно видишь на тренировках, конечно же, Даню. Да, он тебе... Он мне говорил, что у вас плохая машина. А он... Ну, говорю, всё, всё, пока-пока. Всё. Свидание. Классно, у тебя радио играет, да? Танцуй. Ну, копия, копия. Так это тут толстая. А тут? Нормальная. Спасибо. Ну, тут полненькая. Ты прям вот знаешь, вот как некоторые мои комментаторы. Ну-ка дай посмотреть. Вылетаем, Маруся. Ну какая она тут толстенькая, она маленькая просто здесь. Смотри, какая хорошенькая, красивая девочка. Сверху снимай, только гном. Конечно. Да, о, он мне гном. Тоже сегодня так сделал. Даня, сердечко, вот так. Гном. Ну супер. Ну супер. Там отдельный разговор, да?
А вы умеете прощать? Да. Но не все. А что невозможно простить? Предательство. Вот Лунтик, я родился, а я проснулся. Ребят, как дела, как настроение? Рассказывайте, что нового у вас происходит в жизни. У меня в жизни ничего нового не происходит. Каждый день сурка. Сейчас вот я проснулась, побуду с Таюшкой, приму душ и поеду на тренировку. Но я уже поняла, что я настолько втянулась, что и мне настолько нравится, что я, конечно, бы не хотела всего этого лишиться, по крайней мере, сейчас уж точно. Поэтому искренне буду надеяться, что вы за меня будете болеть, как и болеете сейчас. С такой армией, короче, мне не страшно, но я что-то переживаю. Что-то я очкую, Славик, если честно.